Около 50 инновационных продуктов выведет на рынок нижегородский бизнес благодаря работе региональных кластеров и технопарков. Это и медицинское оборудование, и уникальные суда на воздушной подушке. Опыт работы кластеров был представлен на первом межрегиональном форуме, который прошел в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день действительно Нижегородская область является неким примером для других субъектов Российской Федерации, как правильно развивать промышленные кооперационные цепочки, как правильно развивать промышленную инфраструктуру. Именно поэтому здесь сегодня находится более 30 субъектов Российской Федерации, которые перенимают лучший опыт. Нам удалось объединить более 230 предприятий, которые путем отраслевого принципа были объединены и комплексно решали одновременно свои задачи при помощи государственной поддержки. Мы компенсировали затраты по участию в выставках, в ярмарках, проводили маркетинговые исследования по рынкам отраслевым, ну и ряд других мероприятий, которые помогали предприятиям совершенствовать свою работу в рамках кластера.